Мой дорогой друг, февраль принес с собой морозы, снегопады, ледяной дождь. Но давай не отчаиваться. До весны буквально пара недель. Я знаю, как ты ждешь весну. По секрету, я тоже ее очень жду. Но у нас с тобой есть только сегодняшний день. Только этот миг. Пусть он будет наполнен теплом, несмотря на непогоду за окном. Счастьем и спокойствием на душе. Как сказала Мархаям, будь счастлив этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь.